Департамент внутреннего государственного аудита отчитался о проделанной работе за последние 10 месяцев. Так, по результатам аудиторских проверок привлечены к ответственности 39 должностных лиц. Взыскано штрафов на сумму порядка 15 миллионов тенге. При этом устранены недостатки, допущенные при государственных закупках. В конце совещания состоялось чествование лучшего сотрудника. Заместитель руководителя областного департамента внутреннего государственного аудита Кият Жумабаев был награжден нагрудным знаком «Каржездуга».